Он уже давно меня преследует и не дает покоя. Черный список не помогает. Жизнь ускользает от меня. Я стала искать группу поддержки жертвам преследований. Каждый раз новый имейл и номер телефона становятся нормой. Судебные запреты на приближение – норма. Переезд в другой город – норма. Но вы все равно повсюду видите своего преследователя. Умом я понимаю, что это лишь мое воображение. Но я одна в чужом городе, и мне все время страшно. Вам надо заполнить еще эти анкеты. Таков порядок. Домашка сделана. Сэр Валентине, прошу за мной. Слушайте, у меня мало времени. Мне надо на работу. Зачем мы здесь? Разденьтесь до нижнего белья. Не понимаю, что происходит. Почему закрыто? Будет лучше для всех, особенно для вас, если будете делать, что вам говорят. Это какая-то ошибка. Подписав это, вы дали согласие на лечение. Меня держат тут против моей воли. Знаете, сколько подобных звонков получают копы? Но нет, сумасшедших. Следует меня от самого Бостона. Звоните в полицию, арестуйте его. Сволочи! Он здесь. Мы проверили его прошлое. Вы должны защищать меня. Мама, мне никто не верит. Я вытащу тебя отсюда. Мы бессильны, пока не будет состава преступления. Выпустите меня отсюда! Наверное, я псих. Не могу дозвониться до мамы. Кто там? Наверное, я псих. Что с ней случилось? Обнаружен труп. Наверное, я псих. Я не сумасшедшая! Он здесь. А может, мне все это кажется?